Сегодня я купил вот такого винограда. Виноград называется Мерседес. Или Мерседес, они говорят. У меня, собственно, своего такого нет. Какие грозди. Вот. На улице, конечно, зима. Но в этом году что-то у меня мало получилось вина. И вот я решил сделать. Не прошел мимо. Не получилось у меня пройти мимо такой красоты. Вот какая. Перебрать его надо будет. Крупная ягода. Темная. Он попробовал. Соку в ней очень много. Попробуем на вкус вино. И я думаю, что, может быть, я на следующий год посажу себе такой сорт. Ну, здесь получается 10 килограмм в ящике. Дикие дрожжи на нем. Если вы захотите то же самое сделать вино зимой, можете помыть. Сейчас продают специальные винные дрожжи. Но в таком состоянии, в хорошем винограде, что мне просто жалко смывать вот эти все дрожжи. Все это перебродит. Шикарный виноград, шикарный. Сейчас мы весь виноград переберем. Удалим все вот эти вот подгнившие там или испорченные ягодки. Хороший, крупный виноград. Крупные ягоды. Думаю, у меня в эту кастрюлю все и не поместится. Руки уже липнут, прям все сладкое. Сразу чувствуется. Но сейчас я обязательно... Опа! Смотрите, какая гроздь хорошая. Вот. Сейчас просмотрим, чтобы не было никаких испорчено. Не должно попасть испорченное, что оно может испортить все будущее вино. Ну все, вот виноград перебрал практически весь. Вот я думаю, он, одевая перчатку, надо одеть обязательно, потому что все равно есть какая-то кислота в ягоде, в винограде. И потом будут чесаться руки, она разъедает, видать. Поэтому надо всегда в перчатках. То есть виноград весь передавил, перебрал, вот остался у меня тут мусор. Здесь его передавил. Сейчас немножко согреется, потому что холодный. При 20 градусах я наберу соку и померю плотность сока. Температура должна его быть 20 градусов. Сейчас он стоит немножко. Я вам обязательно покажу. Ну вот кто-то там спрашивал, а как быть, если у меня нет винограда? Вот сейчас февраль месяц. Я тоже самое купил просто на рынке. Но попался такой хороший виноград, что на нем и дикие дрожжи, и все, и я его не стал мыть. Думаю, что он сам начнет бродить. Но на всякий случай я сделал закваску, дикие дрожжи. То есть закваску сделал с ягод, дрожжи для винограда, для вина. Потом вам покажу, как это все делается. Ну, после того, как измерю плотность его на сахар, сахаристость, накрою марлей и поставлю на 4-5 дней, чтобы вот каждая вот эта шкурочка, она отдаст свой цвет, всю насыщенность, вкус будущему вину. В общем так, отлил я соку вот в эту баночку, как видите. Вот она у меня падает, немножко кривая, поэтому я ее прислоняю к кастрюле. Замерил плотность, сахаристость, у меня показывает 18,5%. Чтобы получить вино 12% крепкости,
нужно, чтобы было 24%. То есть у меня не хватает сахара, как бы. Так что нужно будет добавить обязательно в этот сок сахар. Без сахара это вино сделать нельзя. Вот замерял я, значит, АС-3 ареометром. Температуру сока сделал. Ну, постояла, она нагрелась. Получилось 20 градусов. Вот, температуру замерил. Измерять надо при температуре 20 градусов. Ну вот, значит, повторяю, сорт винограда Мерседес, я его купил. Сейчас месяц, февраль. Ну вот так, друзья. Сусло мое бродит. Что-то оно не сразу начало. Я стал переживать. Сделал винные дрожжи. Сам. Как это делается, вы можете на моем канале посмотреть, как сделать дрожжи из винограда в домашних условиях. Ну вот сейчас брожение идет, как видите, пена пошла такая, приятный запах винный. Периодически надо перемешивать вот эту мезгу. Сейчас она вся вверх всплывает. Во-первых, поступает сусло кислород, что благоприятно влияет на работу дрожжей. Но также не закиснет вот эта шапка. Вот сейчас каждая вот эта шкурочка виноградная отдает свой сок, тем самым насыщает сусло. Будущее вино терпкость ему придает, цвет в то же время. Но я обычно держу 4-5 дней. Так, друзья, мы продолжаем. Все, сегодня 6 февраля. Прошло бурное брожение. Нужно сегодня нашу сусло отделить от мезги. Вчера, значит, показывал вам. Последний раз я вчера перемешал сусло все. А сегодня уже я не буду мешать. Сейчас просто буду отделять мезгу, потом у меня есть такой прессик, и мы все это отожмем. Сейчас я просто беру аккуратненько эту мезгу, сложу в кастрюльку, вот, верхний слой берем, потом мы ее отожмем через пресс. Когда много винограда, то из этой мезги, не отжимая ее, можно сделать второе вино. Но у меня здесь мало, как я вам говорил уже. Зимнее вино, так сказать, подарок 23 февраля будет. Сейчас уже можно просто бокальчиком. Просто берем бокальчиком. Поближе и сразу в кастрюлю сливаю. Вот такое сусло получилось насыщенное, темное. Для того, чтобы вино было хорошей крепкости, чтобы можно было его оставить на хранение, да, сахаристость сусла должна быть, ну, где-то, конечно, желательно 24%. Продолжаю сливать сок. Сусло нужно. Это практически уже будущее вино. Оно уже наполовину готово. Я вчера попробовал. Немножко. Думаю, как оно на сахар. Оно уже так по голове дает, что... Ну, кто видел мои предыдущие видео, прекрасно знает, что у меня вот такой небольшой прессик. Так что мы сейчас наше сусло отожмем также.
Вот такой прессик. Вот эта кастрюля 12-литровая, в которую я сливаю. Думаю, 10 литров наберу. Ну а все, здесь уже в этой остались практически одни семена. Там уже отжимать нечего было. Ну вот, наше сусло. Будущее вино. И здесь вот, сейчас вот это вот отожмем. Все, вот слил. Сейчас еще отожму. Оно почти полное. Сейчас еще отожму вот остатки вот эти. Еще литра два, если наберется, если литра два еще наберется, будет полная бутыль. Ну что, друзья, 10 литров у меня не получилось с 10 килограмм винограда, где-то 9 литров. Ну и то хорошо, 23 февраля у нас будет 18 бутылок первоклассного вина. Сейчас все закрываю на гидрозатвор. И ждем. Вот так вот, друзья. Все это ставим на гидрозатвор. Наливаем сюда водички. И наши трудности все пройдены. Остается нам только ждать. 10-литровая бутыль. Стекло темное, зеленое. Вот, вот, если вот еще с литр и полная бутыль. Так что, как видите, немножко она не полная. Это у меня с 10 килограммов винограда. Если вы возьмете 12 килограмм, то вполне у вас получится 10-литровая бутыль вина. Делаем вывод. Не обязательно иметь плантацию, виноградник у себя на участке. Если живя даже в квартире, вы можете пойти на рынок, взять хороший сорт винограда и сделать себе к празднику прекрасное винишко. Ну все, как сейчас оно еще не началось, процесс брожения. Завтра я вам покажу, как оно забродит, начнет булькать. И нам только остается ждать, когда закончится процесс брожения, а это нам покажет наш выход углекислого газа, прекратится бульканье. Все, вино готово. Мы его снимаем с осадка, который сейчас будет, а он будет, конечно, потому что вино такое, ну, непрозрачное было. И снимаем с осадка, ставим в прохладное место на созревание. Ну все, вино булькает, бродит, дышит, так сказать. Самое сложное было надавить виноград. Нам теперь только остается ждать, как закончится брожение, а это нам покажет прекращение выделения пузырьков с гидрозатвора, что вино отбродило. Весь сахар перебродил в спирт.
Вот тогда нам нужно будет снять с осадка. А это значит, внизу здесь будут осадок, перебродившие дрожжи, там все остальное. Вино будет осветляться. Вот тогда нужно будет определить с сахаром, какое вам вино нужно. Сухое, так как дрожжи все съедят, весь сахар, сладкое или полусладкое. И затем поставить его на созревание. В помещение, в погреб или в подвал. От температуры там от 5 до 15 градусов. До полного созревания. Периодически снимать с осадка. И, возможно, эту операцию придется повторить не один раз. Все, наше вино готово. Ну все, друзья, наше вино готово. Это мы видим по прекращению выхода углекислого газа, то есть по прекращению пузырьков. Так вот они единичные, вот идут прям единичные, так сказать. Ну а в основном все уже. Брожение прекратилось. Нам сейчас остается снять вино с осадка. Вот вам, конечно, не видно осадок, потому что бутыль из темного. Ну вот где-то вот так вот есть осадок. Сейчас мы снимем с осадка. Сегодня 16 февраля, так что 23-му мое вино получилось. Я себе сделал подарочек. Вот уже кто видел, это у меня обычная трубочка хлорвиниловая. И вот таким образом опускаем. И чтобы не зацепить. Ну вот все, в кастрюле. В прохладном месте будет осветляться. Такую процедуру нам не один раз еще придется выполнить. Ну вот все там немножко оставляю, потому что уже переживаю, как бы не зацепить этот осадок. Ну, в общем, сахара здесь ноль, как вот на 5% упирается в дно. Но если даже чуть-чуть долить, вино, конечно, еще не осветлилось. Вот если чуть-чуть долить, долью сейчас. Уже прям, ну, все, нет. Нет сахара вообще нисколько. Упирается в дно. Так что получилось у нас сухое вино. Сейчас я его попробую. Да, конечно, оно горькое. Так что немножко, наверное, сейчас я добавлю сахарку и поставлю вино на созревание. Ну, я вот чуть-чуть отбавил вина. Сейчас оно сухое получается. Но все-таки
На всякий случай я добавлю вот 250 грамм сахара. Вот, чуть-чуть отбавлю на 250 грамм. Это у меня где-то получается... Ну, у меня 8 литров тут, наверное. 8 литров. Это грамм по 25. Вот, хорошо растворяем наш сахар. И все сделаем в обратном порядке. Бутыль помыл. И сейчас все сольем. Ну вот, сейчас, как видите, сахар весь растворим. И все сольем обратно в бутыль. Бутыль я подготовил, помыл. Сейчас у нас будет обратный процесс из кастрюли и в бутыль. Бутыль наша чистенькая, помытая. Вино тем самым насыщается кислородом. И сейчас прохладное место. Оно осветлится. Выпадет в осадок. Да, то есть эту, такую процедуру снятия с осадка придется повторить еще несколько раз. А за это время вино наше осветлится, выпадет винный камень, и будем пить, наслаждаться, угощать друзей и близких. Все. Все. Вот так вот. 3% сахаристости. Это самое отличное вино. Вот я его пробую. Вино уже крепкое. Оно уже дает немножко в голову. Ну все, вот так вот где-то у нас. Вина, ну, почти 10 литров, почти 10 литров, так что все готово. Сейчас мы его поставим в подвал, в прохладное место, и пусть оно там дозреет, будет созревать. Бродить оно уже прекратило, ему осталось только осветлиться, выпасть в винный камень. Ну, еще раз придется, несколько раз даже придется повторить эту процедуру снятия с осадка. С каждым разом вино будет все светлее и светлее. А нам только остается ждать.